принимают. Команда «Белые медведи», город Барнаул, Россия. Белые медведи, Барнаул, Россия. Ассоциация любителей холодового плавания, Россия. Ассоциация любителей холодового плавания, Россия. По четвертой дорожке команда Томской области, Россия. Lane 4, Томская область, Россия. По шестой дорожке Акваспорт Тюмень, Россия. Lane 6, Акваспорт Тюмень, Россия. По седьмой Акваспорт город Благовещенск, Россия. Lane 7, Акваспорт, Россия. По восьмой команда Маржи, город Урай, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, Россия. Lane 8, Team Маржи, Россия. Юра тебя завел звук со сцены, да, с микрофона? Тебя, кажется, да. Команда Кус Ярвин Джак Джакархат, Финляндия. Lane 9, Team Кус Ярвин Ярхут, Финланд. Заплыв эстафета, седьмой последний заплыв, друзья, болеем за всех, в особенности за шестую и восьмую дорожки. Шестая Акваспорт Тюмень, восьмая дорожка Маржи, Урай, Ханты-Мансийский округ, Югра. Финишировали Акваспорт Благовещенск, вторыми финская команда и третья Маржи Урай, Ханты-Мансийский округ, Югра. Team Denmark, Sweden, Austria, please come to the secretariat in beside the ice wall. Станция 25 метров, баттерфляем поплывет международная команда. Итак, друзья, Тюмень принимает чемпионат мира по зимнему плаванию. 10-й по счету, впервые он проходит в нашей стране. И сейчас, друзья, мы с вами являемся свидетелями, по сути, исторического события. Чемпионат мира в Тюмени.